2014 популярных видеороликов на моем канале на утро 22 июля 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube. И это, конечно, замечательно, потому что избавляет от массы хлопот ненужных. Ну почему? Да, потому что видеороликов на моем канале много. Где-то полторы недели назад уже мой канал прошел рубеж 65 тысяч опубликованных видеороликов. За это время, ну, добавилось, конечно, еще. И как среди этой массы определить количество популярных видеороликов? Да никак. Но это сейчас и не нужно, потому что на YouTube существует агрегатор, который сам обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве популярных видеороликов. Остается только использовать эти данные, эту информацию, что, собственно, сейчас я и делаю, снимаю конкретный вот этот видеоролик с благодарностью к YouTube.